Самое несправедливое все. Ну, бизнес. Лучший автомобиль. Шапки. Порш, да. Кто победит, черепашка ниндзя или наш Чебурашка? Чебурата рушами своими замочили черепаху. Самый сладкий образ это? Мороженое. Лучшее место на земле? Карелия. Когда я буду дедом, я буду... Я буду дедом. Такой радостный, зацепленный, перевернутый. Что ж, мы еще раз... Сейчас я буду толстым очень. Толстым? Толстым. Ты же ты будешь... Толстый, бородатый дед с седой такой бородой. И такие же перечки в руках. Перечек вообще не помню. Что ты выберешь, хореографию или музыку? Если вот стоял такой выбор, вот надо. Ух, ребят, вы вопросики задаете. Это невозможно, у меня одно от другого вообще не отделить. Я знаю, поэтому и спрашиваю. Ничего, я закончу, я буду писать стихи и все. Ни то, ни другое. Ну, я думаю, что сегодня все с удовольствием насладятся тем шоу, которое ты подготовил. Это будут и песни, и я так понимаю, что и танцевальные какие-то номера. Ну, не номера, но я буду двигаться максимально. Максимально активно. Что ж, сегодня в Рослобе театру состоится концерт «Антон Зацепин». Куда мы всех, естественно, приглашаем. И Антон тоже может что-нибудь пожелать нашим слушателям напоследок. Ну, слушатели, слушайте хорошую музыку, выбирайте то, что вам по вкусу, и не выбирайте то, что вам навязывают. Идите от лучшего к лучшему до самой вершины, приходите на концерты Антона Зацепина. Ура!